Ну все. Ребят, ну давайте. Все по местам? Все по местам? Садитесь. Еще раз. Да. Вот постарайтесь сейчас сделать так. А тут сделать минимум звука, минимум фонограммочку, да. Нет, я сразу сидишь. Ты сразу сидишь. Первый сцен Наташа выходит. Все, я поняла. И немножечко оставьте легкость, простоту, но сохраните подачу текста. Сохраните ее. Пожалуйста, давайте. Привет! Привет! Неплохо поспали, правда? Ага. У мамы настроение отличное. Слушай, я тут сон видела, а проснулась, у меня вопрос возник. Какой вопрос? Да меня мысль не покидает, что после родов жизни нет. Подожди, как это? Но есть ли жизнь после родов? Конечно же есть, глупенькая. А как же тогда мама с папой появились? Ой, что-то мне страшновато. Тут тепло, кушать есть, что дают. Лежим с тобой, отдыхаем. А после родов кто его знает, как будет? Мама-то с папой давно родились. Да? Самые благодатные. Так, ушла бабушка. Дальше сцена у нас
где Ванечка? Ванечки нет. Выполняет обязанности мужа. Выполняет обязанности мужа. Так, хорошо, пропускаем сцену с мужем. Девочка. Девочка. Девочка обиделась на мальчика. Значит, Галя. Под музыку встала. И потом, значит, ты идешь за ней. Попробуйте сейчас разыграть, я подскажу сейчас. А мне идти тоже как обиженный? Вот так. Или... Она идет обиженная, а ты... А ты вот такой вот весь. Ну и чё? А потом у вас, значит, ты подходишь, что все. Ты подходишь ее успокаивать, а она не хочет с тобой мириться. Ни в какую. Давайте попробуем. Давайте. Угу. Стоп, фонограммочка! Я спасибо. Не понимаю, когда нам читать стихи. Смотри, подожди. Мы же, смотрите. Вы поссорились уже там где-то. Угу. Вы где-то там поссорились. И здесь уже вы выходите на зрителя. Очень долго все это было. Просто я сейчас подождала, что вы сами сделаете. Угу. Вот Галя вышла. Выйди туда, встань, там мизансценочка у тебя. Так, ты вышла туда. Вот Галя стоит. Вот ты... Потом резко подходишь к ней. Ну чё ты? Дёрнись. Да уйди ты. Отстань от меня. Дальше, значит, что? Я тебе... Ты говоришь... ты выучил наизусть, да? Нет. У вас из-за чего ссора возникла? Из-за стихов? Ну. Из-за стихов? Да. И ты дёрнись. Я тебе сказала, что я лучше тебя. Читаешь ты или что? Я рассказываю. Я читаю. Да. Я тебе сказала, что я лучше тебя рассказываю. А я тебе сказала, что я читать научился. Ну и что? Ну и то. Значит, вот у вас вот здесь вот сразу же должно быть. Ну и хорошо, ну и читай. Ну и прочитаю. И ты встаешь на стул, начинаешь читать. Попробуй. Да, рассказывай. Еще раз? Да, попробуйте. Очень быстро это должно быть. Очень быстро. Попробуйте. Тише, фонограммка, пошел. Я тебе говорила, что я лучше тебя. Нет, не лучше тебя. Я тебе говорила, что я лучше стихи рассказываю. Я тебе говорила, что я лучше стихи рассказываю. А я лучше читаю. А я рассказываю лучше. Ну и что? Что ты там читаешь по слогам? А я рассказываю хорошо, с выражением. Вот смотрите и слушайте. Вот смотри, учись и слушай. Угу. Все козлята... Так, еще разочек давайте эту сцену. Так, Галочка, а ты что мне маршируешь? Ты посмотри, каким шагом должна выйти. Галюнь, ты маршируешь? Ты такой, а ты знаешь, ты какая? Дайте Thank you.
личное. Так, стоп, ой. Яна, садись сюда. Проконтролируйте, пожалуйста. Прыгай. Было очень хорошо. Вот сейчас очень хорошо. Потом смотри, ты такая. Сейчас, сейчас покажу. Ты, ты себе ровненько. Вот. Все козля. И пошла читать. Понимаешь? Ты себе сцену приготовила. Иди. Вот. Вот, понимаешь? Вот я как все. Не сутулься. Пошли еще разочек. Еще разочек пошли. Так. Очень длинное стихотворение. Оно замечательное, но много.